Так, ну что, здрасте всем. 19-я ферма. Карта Вилла Франция. Французская карта. Последний раз, когда я посмотрел французскую карту, меня закидали дизлайками почему-то. Причем настолько много, что я просто взял и удалил это видео. Может, французы смотрели, хотя статистики Ютуба не было, что меня кто-то из Франции смотрит. Или карта вообще на людям не зашла. Вообще, я думаю, может, лайки-дизлайки выключить, а то иной раз бывает, что они как бы людей в заблуждение вводят. Особенно те, кто специально это делает. Как бы, по сути, на видео это никак не влияет. Только на его восприятие начальное, и все. Так, ошибок нету. А что у нас с FPS-ом? Или все нормально с FPS-ом? Ух ты, блин, а где это я появился-то? Это чё за... Хрена себе ты... Чё вообще происходит? Где я нахожусь-то? Ну, хоть техника есть. Причём неплохая такая техника. О, куча модовых этих объектов, которые надо отдельно скачать. Ух ты, блин, фига себе. Тракторец такой еще появился. Я аж офигел. Что-то как-то все равно непонятно. Ну, плюс... Что это такое вообще? Что это за многоэтажки такие? Да. Блин, похоже, я застрял. А давайте на пикапе прокатимся ради интереса. Смотри-ка, ПДА даже есть. Но... Здание так расставлено, как будто, я не знаю, какой-то постапокалипсис, блин. Выживаем как можем, да? Ну, просто все выглядит так заброшено. Ну и FPS нестабильный, как видите. Ошибки. Так, что-то на дым какой-то... Куда ты поехал? Так, надо как-то выбираться из этого города. Блин, ну дорога где-то здесь. Занятная карта, я скажу. Так, ну получается где-то тут. О, свобода. Ёлки-палки, это чё за... Надо подальше уехать. Чё за х... Ну, вы поняли. Ну, карта весит 150 мегабайт, поэтому... Удивляться тут нечему. Так, ПДА, в принципе, карта такая... Ну, маленькая, конечно, но все равно. Ладно, хоть ПДА есть. Да, но то, что FPS тут такое, это, конечно, хреново. Карта весит 140 мегабайт. Ну, объекты, наверное, или еще что-нибудь. А так выглядит карта прикольно. Несмотря вот на это все. Зачем это все? Даже ветер дует. Вот этот рябящий мост. Реально, что это такое? Хотя я не почитал описание. Не. Давайте-ка задерем камеру. Сколько можем. И посмотрим, что это такое вообще. Тупо напихали каких-то домов непонятных. Зачем? Там что? По мне, так карта смотрелась бы очень даже неплохо без всех этих построек. Ай,
зачем я выключу. Тут все так аккуратненько сделано было, магазин. Зачем это все? Вот это вот что такое? Или автор просто испытывался в роли мододела. Ни хрена он там понапихал. Че это такое вообще? Не, слушайте, я хочу описание почитать. Добро пожаловать на виллу Франца, которая открывает сельское хозяйство 50 лет назад. Вот и все описание. Я думаю, там добро пожаловать в какой-нибудь вымерший городок, где вы будете выживать и спасаться ночью от зомби каких-нибудь. Вот даже он, бедная БГА. Мне кажется, тут... Я не знаю, это должен сам автор объяснить, зачем вообще все это. Потому что карта, в принципе, выглядит очень даже неплохо. Единственное, что вот непонятно, зачем все вот это. Почему вот эти вот здания, например, в воздухе вообще висят? Можно же было просто взять голую карту стандартную, пустую вообще, тупо квадрат, и напихать туда всех этих зданий. Так, ну посмотрим контракты, если смысл, конечно, их смотреть. Но они есть, точки продажи тоже есть. Цена, ну, Сивус тут неплохо идет. Вино французы любят. Пиво тоже, смотрю, любят, а вот картошку не очень. Так, что еще? Ну, можно под карту взглянуть. Под карту уж, думаю, ничего такого нет. Ну, в общем, нет смысла эту карту качать. Потому что вот... А это что такое? Мусорка в космос полетела. А, ее даже отсюда не видно. А, то, что я камеру... Ну, в общем, посмотрели. Такая вот карта. Качать, не качать, вам решать.